Он скор. Надо так приготовиться. Магомедов Кабасов. Как видите, на теме номер 3. Уже вторая встреча у девушек завершается оценкой ИПОН. Обратите внимание, на томе номер 2 спортсмен получил травму и, согласно новых правилам соревнований, оказание помощи ему производится за пределами татами. Ну, не арбитр, конечно, должен уводить спортсмена. Арбитр должен остаться на своем рабочем месте. Спортсмен уходит за пределы татами, его встречает боковой судья. И за пределами татами ему оказывается помощь. Но это нововведение. Оно касается только тех травм, которые кровоточат. Для этикета, для того, чтобы не помарать татами, введено это нововведение. К сожалению, оператор не показывает оказание помощи. Вы бы рабочую видели, как это происходит за пределами татами. На татами номер 3 проходит встреча среди девушек. Весовая категория 57 килограмм. Встречается Казинюк, Южный федеральный округ, и Бредеина, Уральский федеральный округ. Казинюк, Краснодарский край, Бредеина, Тюменская область. Да. Оценка Юка, Бредеина. Проигрывает предельно, в принципе, она титулованная спортсменка, она дважды участвовала на первенстве мира среди молодежи. Вернулся спортсмен из Московской области Наи. Ему оказана помощь. Встреча продолжается. Хочется еще добавить, что на этих соревнованиях также устное замечание дается спортсмену. Оценка Юка проводит спортсмен из Москвы Найни. Ведет встречу. Устное замечание дается спортсмену, если он долго держит пояс, односторонний захват, кросс-греб и четвертый пункт, если он срывает, правильно срывает захват, но при этом не берет захват, не атакует. Неоднократное действие наказывается. Досрочно закончила встреча на втором тайме. Обратите внимание, что в течение 12 минут наше соревнование уже
порядком 3-4 иппон проведены спортсменами.